перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну что, друзья, перекличка ёбнутых, кому спадки вообще никак не хочется. Тут таблеточку не выпил, маму не слушал. Завтра спать будет до 12, проснется, репу почешет, в телефон заглянет, потом стыдно будет на весь день. Нахуй так жить, друзья, пиздец просто. Грустно, грустно. Грустно. Корифей, вот ты где сидишь, да? А Саша Челодрас там пьяный уже валяется где-то под самогонкой. Тоже мог бы так. Что с тобой не так? Хуй, не спится, не спится, вообще не спится, вообще. Смотрел по, блядь, Фрешблат по раунду одному, ёбаный насос. Ни разу не улыбнулся, спать не хочется. Не улыбнулся ни разу, хуй знает, вообще жизнь говно. Жизнь говно. Я ваш эксклюзивный ночной демон. Плохо, все плохо. Да хуй его знает, как уснуть. График сбитый. Как говорится, сердце посажено, печень нахуй послана, за головой пытаюсь ухаживать, но походу поздно. Так, сейчас мы вот сразу забаним парочку. Тоже забаним парочку, забаним. Так, какую книгу я смотрел? Интервью Канье Веста с Шарломейнжем. Сколько посмотрел? 25 минут из часа 45. Ну, блять, просто невозможно. Философия на квадратный сантиметр зашкаливает. Пикселях, никсель-пикселях. Пелевин или Сорокин? Блять, Сорокин, наверное. Такая хуйня, друзья. Нужен Ксанакс. Нужен Ксанакс. Нет, на митинг не иду. Фит с Гительманом не будет. Пиксель, я не знаю, пацаны, у вас все плохо, у вас в пикселях. Внук, да, братишка. Внука вместо Славы взяли в антихайп. Вот такая хуйня. Лето началось, да, пиздец, не заснуть. Видел сегодня отца русского хип-хопа Евгения Алехина. Вот и поэта Артема Ругунова. Вот, прекрасные люди, пьют алкоголь безудержно. Книг Евгений Алехин мне подарил своих. Ехал в метро, читал про то, как он дрочил и совал женщинам пальцы в пизду. Вот. Нет, дис не видел в пизду. Нахуй, ни один дисов не смотрел. Речь Локи, блять, пиздец.
Сейчас еще забаним парочку. Митинг против блокировки Телеграма. Нахуй это нужно вообще? Заблокируйте поскорее Телеграм, людям жить станет легче. Я ратую за электронную почту. В пизду. ВКонтакте, Телеграм. Для переписок. Вот, книга произвела впечатление. Вот это пиздец. Вот так вот. Дима Шо, красавчик. Оксимирон берет красиво в рот. Соси, бро. Это я, Сергей Лавров. Отказываю тебе в визе на реп. Твой дружок Порч, Цунарев. Вместо танцевать в кабаре. Не заснуть, не уснуть. Это батлы. Речь Локи. Я знаю только Лиса Рейнарда. Так, друзья. Давайте послушаем. The Jay thing. It's like, you know what? I do love Jay. And I don't have all the answers for every issue I've ever had. I don't have a soundbite for everything. That's fine. Yeah. You know, and you said sometimes language is an overrated form of communication, mm-hmm. right? Like words don't always do it justice. I saw something you tweeted, and it was to the effect of some things can't be explained. Mm-hmm. Some things just need to be experienced. Mm-hmm. What's that? Expound on that a little bit. When you want to express yourself, a lot of times words can get in the way. Давайте, друзья, о чем поговорить? Just this innate feeling that we have. О чем поговорить-то? You know, when someone's talking to you, trying to talk you into something or something like that, and you're just like, look, this just don't feel right. You know, oftentimes people playing ball, doing karate, whatever it is, they don't... Неплохая худи синяя на Kanye West, конечно. Праздники, ну, день рождения, наверное. День рождения. Постерония себя исчерпала. Да, думаю, да, исчерпала себя. Теперь все ее любят упоминать везде. Типа они что-то шарят в этом. Ебаные плебеи, жалкие. 6 утра. Лучшее завершение дня. Ну да, у меня пока только 2 ночи. Гоукила, братан, все же знают. Что с качеством? У меня все окей. Как бороться с депрессником? Ну, блядь, не знаю, говорят, физическая активность помогает. Надо в зальчик ходить. Любимый фильм. Не знаю, Андрей Рублев. Призрачную башню, ну, смотря как ты язык знаешь. Если ты знаешь язык, смотри на оригинале. Я так средний знаю, поэтому я смотрел дубляже. РБ. За сколько Ральфа куртку брал? Бля, братан, ну посмотри в интернете. Вова, васап, почему не спишь? За сколько хату снимаешь? Диск челлендж, нахуй, это все для блогеров. Хабаровск, мертвые фонтаны, for life. Вова, смотри, Вова, я сейчас покажу тебе, какие я себе новые кроссовочки взял. Это бомба, нахуй. А, ну я делал сторис. Ебучее говно вот это. Вот эти отвратительная вот эта жизнь. Смотри. Вот эта хуйня. Как тебе? Как тебе? Те самые стильные на районе.
такая хуйня. Заебись вообще, просто прекрасно. Выходишь. А в спортмастере черные продаются, белые не продаются в спортмастере. Монарх, да, вообще бомба. Как в школе прям. Как в школе. У меня белые Тимберленды когда-то были давно, лет 10 назад. Это пиздец, я в них зимой ходил. В Бишкеке там такая зима, 0 градусов, слякоть. Короче, ночь выпадет, днем растает. Я в белых Тимберлендах ходил. И мне пацаны говорили: бля, Андрюх, ты ебанутый. Так что стиль не пропить. Сейчас. Мы самым главным человеком общаемся. Так вот. Е-бой! Е-бой! Ты что, бухой уже, надеюсь? Короче, за монархи тройной респект, потому что вот Мариша, она на самом деле отвечает за то, что монархи у меня тоже появились. Мы их, правда, уже стрефандили на асосе, как водится русскому человеку. Ну, понятно. Братан. Короче, маленький апдейт, пожалуйста, залетай к нам в стор, там, с меня там скидули братские 50-40, короче. Я буду в Москве 4 и 5 числа. Заебись, правда, я буду, боюсь, 4 в Грузии, но все равно что-нибудь придумаем. Я там предупрежу специально обученных людей, братан, чтобы все залетели. Хорошо. Вот. Вот, и, в принципе, и, собственно, залетайте, потому что у меня, сори, цвет настроения синий вообще, то есть тут вообще... Ну, так как, конечно, праздник великий, день трудящийся. Ну, с первого мая всех, братан, сейчас, погоди, заценим, я взял себе очки у ебашки, короче, всем рекомендую. Ну-ка, 1400 рублей. Все смотрите, это главный тренд сезона. Ну-ка. Вот так, братаны. Блядь, охуенно. Вот, главное, что все, вообще... А у меня очки, короче, как у Бориса Гребенщикова. Он в таких на альбом свой снялся, прикинь. Нормально, братан. Короче, всем peace, love, кто на Замае тут подписан. Вот. И главное, что мы тут на днях, короче, с братаном, короче, смотрели ваш лонгплей про вейпы, вот эту всю историю. И ты не поверишь, знаешь, что мы сделали? Мы пошли и купили вейпы в 2018-м, братан. Ну, вот в 2018-м вейп нормальный. Да-да-да, и там самое главное, что все магазины эти позакрывали, все, что-то какая-то хуйня там, все. Переходим вот. Бля, вообще. Но все, работаем, бля, души, душевно в душу, всем peace, love, короче, антихай. Давай, хорошо, хорошего ночи. Тебе тоже, все, удачи, братан. И вот так, друзья, кто не спит, тот на эксклюзивы попадает. Гениальный Вова Зулу, просто король андеграунд фэшена, хард люкса, стрит стиля, просто всего самого чанки, агли, и я даже формулировок уже не имею. Все. Корифей антилоек, пожалуйста. Так, корифей антилоек, давайте мы сейчас посмотрим, что там Дима дрочит из-под одеяла, наверное, в это время. Давай, 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 Дима, принимай, принимай. Антилоик. Black Star, как Black Label. Первый на битах. Ебой. Че, дрочишь под одеяло? Не, я рублюсь в плоечку, мэн. В плоечку? В че играешь? В Mad Max, блин. Просто там катаешься, хуяришь всех? Да, да, уничтожаю, короче. А я купил себе плойку, блядь, два раза ее включал, короче, прикинь. И все? Да вообще времени нахуй играть нету. Бля, хули еще ночью делать? Либо философствовать, как ты, либо... Тоже, да, да, пиздец.
Ты что, рвать на битах планируешь? Да, планирую, конечно. Да нет, слушай, некогда, к сожалению. Некогда рвать? Да, некогда рвать эти биты. Да, смотри, каждый будет панчить про тебя в новом сезоне. И главное, чтобы заебаться прошел. А он сдал заявку? Да, он сдал с лакосом. С лакосом? Нихуя я не видел. Я вообще все пропустил, пиздец. Ты все пропускаешь. Я там... видел только Жеку и Артура, ну, Гукилу и... Там из Казахстана только 6 чуваков сдало, 3 команды, и вообще пиздец. 6 чуваков, и это вся команда. Вообще я не удивлюсь. Они меняются там это... А это вот эти, которые на 140 BPM участвовали? Ну, там типа, да, вот это вот их там лига какая-то, топ-флоу. Они там все залетают. Они же из Павлодара, ебаные все казахи. Да. Пиздец, блядь. Набегают скриптониты. Ну чё, рассказывай чё-нибудь давай, пиздатая. Чё там будет на концерте у Славы? Стоит идти? Будет взрослая танцевальная музыка, какой не было раньше. Забычкуем любовь, вот это заебись. Да, да, снэки, алкоголь, вот это все. Ну, вообще, блин. Да, вообще по кайфу. Че, потерял Челодраса, он там это... Фотку Челодрас мне присылает, он валяется в коридоре где-то. Да, видел, видел. Он, походу, сначала тебе присылает, короче, чтобы ты одобрил, а потом он мне присылает. Пиздец. Ну, я не одобрил, а сказал, что за хуйня, блядь, ебаный ты бомж, хватит пить. Все, все так, все правильно. Смотри, какие чебупели больше нравятся? Ты ел когда-нибудь чебупели, ну, после последнего времени? После того, как я увидел у Big Russian Boss'а прямую рекламу чебупели, я понял, что я не буду есть чебупели. Пора есть, да? Я наоборот увидел рекламу, смысл, заебись, надо купить, похавать. Купил пару кругицев, чебупели, чебупицу. Это запретные ходы такие, знаешь. А в KFC, короче, появился хот-дог. Мы вчера с пацанами его затестили, а сегодня я его еще раз ел. Ты ел хот-дог из KFC? Нет, пока не добрался. Попробуй. Ну, такой... Икейный лучше, скажем так. Ну, что-нибудь посмотрим. Если доберусь до KFC в ближайшее время. Я сейчас постоянно в Выборге тусуюсь. По работе. Крайму учишься, что ли? Да пиздец вообще, там всему учусь, блядь. Нормально, нормально. Полуразрушенный город, вообще ахтунг. Да, заебись, Выборг. Когда там концерт в Выборге-то у вас будет? Концерт в Выборге? Не знаю. Мне кажется, там люди выживают еле-еле, не то что на концерты ходить. Тоже верно. Просто. Говорят, парк Монрепо отремонтировали там что-то. Ремонтируют. Как сказали источники, что нихера там, блядь, не ремонтируют. Только денежки. А ты видел видео, короче, в интернете, как, типа, прошел дождь, и эти работники асфальт стали ложить? Класть. И они увидели, что их снимают, они прям в лужи кладут асфальт. Они увидели, что их снимают, и типа один другому орёт, короче, типа не клади, на нас смотрят. Разошлось по интернету видос сегодня. Вот так вот, наверное. Ну, блин, это Россия. Что уж тут поделаешь. Асфальт хватит на всех. Как ты мог не видеть Дисна Соболева, чел из толпы, мэн? Ну, я как бы, я слышал про это дело, но еще не... Там Хованский вроде выпустил, мне сегодня пацаны сказали, я даже это не видел. Так что, блин, надо исправлять положение. Да и пиздец, мне кажется, ебануться можно все это посматривать. Там, знаешь, как ты же не можешь просто прийти на YouTube и посмотреть одно, там сразу одно за другое, и вот уже ты смотришь распаковку какого-нибудь там ебаного гаджета. Просто. Вон, Джарахов Дисней Big Russian Boss'а уже выпустил. Ну, охуенно. Вообще бомба. Ну, короче, понеслась там волна дисов. Да, нормально. Ну ладно, давай, братишка. Давай, все. Приятных снов. Все, Все, давай.
Ну чё, пацаны, кто здесь остался до сих пор, легенды, каждый, кто по кайфу. Залупа ты. Нет, ты залупа. Давайте, друзья, больше лайков, больше хайпа, больше фейма. 2 часа ночи, как не сейчас. У кого-то 6, у кого-то 5, у кого-то 0. Сейчас надо, блядь, забанить всех пидоров. И шутников. Как говорится, уничтожить всех пидоров — это путь к миру, блядь. Когда альбом? Альбом пишу, пишу. Пишу. Пишу альбом. Хочу, чтобы хороший был, друзья. Соломуля, Соломуля. Соломуля Парамак. Нет, кота не буду, они все срами на хлебнике. Охуевшие. Никаких животных дома, всех выпиздить на свалке, пусть бегают. Нет, я из Питера. Да, друзья, мой месяц наступил. Салам алейкум, сап, сап. Слухи о батле Соболевой славы. Отношусь отрицательно к слухам. О, привет из Монако. О, Монако, заебись. Как в Монако? Рассказывай. Рассказывай, как в Монако. В Нижнем Новгороде будет, конечно, там же прекрасный Ники. Хос, нормально, пропал куда-то. Даем трансляцию, она прерывается, и мы снова возобновляем. Антихайп, детка. Владик, 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 Владик. Будет сольный тур. Когда-нибудь, однажды. Монако сейчас 25+. Да, бля, заебись, я был в Мадриде, там тоже 22-20. Ветер, правда, хуярит. Да, Шнура ебал в рот до сих пор. Шкек, столица Грайма. Батлить не с кем, все лохопедные. Шатаут из Болгарии. О, вот видишь, у нас это интернациональный туса. Как в Болгарии, наверное, уже вообще пиздец жарко. Че, ёпта, тоже была. Да где ты? Нигде не была. Ты дома сидишь. В Краснодаре 30. Пиздец. Невозможно. Не люблю жару. Треки, да, ну, выпущен, просто всему свое время, как бы, не хочется там как-то дропать, потом пропадать там, дропать, пропадать, жениться, что жениться, это тся-тся, выучи. Дис челлендж на Соболева, Дэн Ченни, генерал. Гомосексуалистов. Всех в бан, гомиков. Кто по кайфу, кто настроение синий, кто домашний, кто какой. Что делать? Жениться. Блять. На Канье Уэсте только если. Полосатые штаны, да, красиво, красиво. Спасибо большое, спасибо. Я рад, что понравилось. Батлиться не с кем, все лохопеды, никто не хочет батлиться. Ну, я не предлагал, ну, в смысле, типа, просто батлить ради того, чтобы, как бы, шоу устроить в пизду, это кал ебаный. Хватит стрим. Это не стрим, это интернет-трансляция, ответы на вопросы. Илья Плавник, 13 мая. Да, конечно. Я спать не хочу. Я бы уже давно спал, если бы хотел спать. Лежать в постельке. Нахуй. Лучше постримить. Кстати, могу сказать, что в Инстаграме намного адекватнее люди, чем в Контаче. Я вчера давал
Ну, типа, давал трансляцию. Ну, просто чатик, типа, устроил. Блядь, такую хуйню спрашивают. Я в рот ебал. Ну, просто люди идиоты полные. Ну, я хуй знает, как так можно жить. Нахуй, дерьмо. О, Моздок, нихуя. Круто, круто. Как погода в Моздоке? Привет, пацаны. Е-е-е, Воронеж, блядь, просто в сердечке навсегда. С Айваном. Да не, пока вообще фитов никаких нету. Думаю, ничего не будет. Вообще будет соло. Ноль фитов. Трек «Е» же самый пиздатый. Космос, прости, блядь. Тут людей, да нет, у меня в паблике меньше подписчиков, чем в Инстаграме. О, Плавничок, Плавничок, тут хочет со мной пообщаться. Сейчас Илья Плавник, самый топовый фрешман, друзья. Блядь. О, сейчас мы добавим. Мемом, да ну нормально, чё. Только Риз Гэнг. О, грех, 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 грех. Ну ты затянул, пиздец. Когда уже Лэйзи Тейп, ёптать. Сколько можно? Ей, Илья Плавник из-под воды вещает. В бане-то что ты? В бане? Плавник, ты в бане? Нет, я в кровати сижу. Я тут вот. Блядь. С Человеком-пауком кровать, видишь, как? Ты в бане, да? Ты блядь. На курорте турецком. Спайдермен. Блядь, Плавник, ну не подвисай, пожалуйста. Так не, у меня просто... получится. Чё? У тебя интернет говно. Больше не топовый фрешман. Так, друзья, давайте, давайте. Ну что, кто где? Самый модный эфир в мире. Всех нормально ловит. Чё, давайте общаться. Когда в Минск? Да, блядь, как только так сразу, в Минске круто. Молния Маквин вообще, Епиха Бомба, Шира Иша. Нахуй курсовую, Марк, ты чё, ты рэпером будешь, пизду тебе нужно, это высшее образование, отслужишь, вернешься, будешь как бы. Свидригайлов Трикстер, нет, это новая искренность. Найти выход, ну, братишка, надеюсь, до сих пор. Плавник, снюхай, у Плавника днюха вчера была, он опоздал на днюху свою, пиздец. Даже на днюх свой опаздывает. Стоял, танки смотрел. Так что, Плавничок, не знаю даже, как тебе жить после этого. На днюх свой опоздал. Снюхай. Снюхай тебя, батя, 40 чем-то летием. Батя. Самый так себе, да, блядь, везде было клево. Фит с макулатурой. Блин, ну я только за, конечно. Вообще фиты не очень люблю. Ну, типа, если они как-то получаются естественным образом. Макулатура. Ну, не знаю, посмотрим. Это не отсылка к Маяковскому, это просто цитата, грубо говоря. О, нахуй, письмо кто-то прислал. Кто-то составил. О, ну ладно, похуй. Озон прислал, книжки какой-то нету. Все приходите 5 мая, концерт Славы МСК. Батл с кем? Не с кем батлить.
книгу какую посоветуй. Да любую, похуй. ЖЗЛ какой-нибудь возьми, любой. Шашлычки. Не, сегодня не употреблял шашлычки. Дома кушал, потом кифсишку ел. Да, над сольником работаю. Хочу, чтобы клево все было. Но будет говно, конечно же. Ебаный перфекционист. Гречка. Ну, я пару треков слышал. Они все один... У Гречки, короче, треки все одинаковые. Ну, типа, как один трек норм, а они все одинаково звучат. Вот. GSPD нет, Инстаграм не смотрю. О, Марк Медовой и Плавник Илья. Вот два фрешмана, им бы группу сделать, ебать всех. Хули не спится? Ну, блядь, не спится. Николай Соболев. Да, блядь, хуй знает. Странный он человек, конечно. Даша, что ты? Что ты, Даша? Хватит. Плавник. Нормальный пацан. Альбом Бульвара Депо не слушал, к сожалению. Мелу Байт. Охуенные пацаны. Кособлогеры сейчас только рэп стали делать. Это пиздец, они ёбнутые. Вот же, блядь, у них свербит в жопе, да? Хочется им трухи. Они понимают, что... Ёбаные блоги — это сраный кал. Просто вторичный какой-то контент. И они выпускают музон. Но им никогда не стать как рэперы. Они никогда не носили широкие штаны. Они не были чуханами. Они были просто грязью ебаной. Вот. Поэтому им никогда не стать true. Они все вторичности, все ёбаные всраты. Без смеха на них невозможно смотреть. Нахуй блогеров, нахуй блогеров, нахуй блогеров. Ларин, братишка, просто. Бля, несчастные люди блогеров, пожалеть можно их только, типа, что, блядь, им приходится, типа, в поисках собственной идентичности делать то, что у них получается, ну, смешно, короче. Да скажи ему, что друг ты ёбнутый, пиздец, красавчик, я люблю тебя. Все рэперы true, даже самый боссанный рэпер, какой-нибудь там, не знаю, Джуб. Да, корифей, братан, споем, фиток какой-нибудь, где-нибудь. Новый мерч антихайпа. Ну да, мы уже постигли все дно мерчевой игры. Нам все сложнее, да. Но мы вырастим новый. Не фитанул с шоком. Ну, как-то не сложилось. Я к гению напрашиваться как-то стесняюсь. Вот, а он пока не предлагал. Метр 80 у меня рост. Такая хуйня, друзья. Вот нормальное общение. Давайте тоже что-нибудь расскажите. Какой рост, вес? Спать когда? Батл будет? Шмот новый будет? Вы не все купили еще мои свитшоты за май? Fresh Blood 4 говно ебаное. Треков на альбоме, да хуй знает. Посмотрим. Посмотрим. Нахуй. Всех призываю не употреблять алкоголь. Алкоголь — это говно. В борьбе я ходил на дзюдо в школе. Бамбл Пизи. Технарь. Core Battle. Да нахуй батл, нужно лучше музон пилить. Первый класс. Не, нахуй не курю. Да нахуй, не надо курить. Трезвое состояние, самый кайф. Немножко ксанокса. Ну да, конечно, Почта Россия везде шлет. Хоть в Болгарию, хоть в Белебей.
Огил, ну, там я один батл видел, я не знаю, мне кажется, второй уже скучно будет смотреть, достаточно одинаково, но посмотрим. Нихуя не кидаем. Моргинал. Моргинал и Моргенштерн почти похожи друг на друга. Привет снова, братишки, кто спать? Нет, Овсянкиным не будет фитов. Овсянкин в шоу-бизнес подался. Саратов. Саратов, кстати, ну, это последний город у нас в туре был. У нас был сратый отель какой-то. Я нахуй съехал с него, снял себе нормальный отель. Ну, типа, саратовский люкс, он оказался нормальный. Ну, типа, Саратов, я там погулял даже. Вот, там с девушкой знакомой встретился. Нормальный город, не понравился. Ну, такой, ну, сратый достаточно. Ну, типа, ну, норм. Там сложно было, мы хотели отметить, типа, конец тура. Вообще, блядь, не могли найти место, где не ебашит какая-то дискотека ебучая, где LJ не играет. Ну, в итоге нашли пивнарь какой-то. Вот. В Саратове, блядь, была высокая сцена, пиздец. Ну, короче, нормально, Саратов. Че, бывает города и похуже. Я не пью, я чай пью. Кстати, всем советую Нарзан, короче. Пью Нарзан. Высокая. Ну да, практически так. Я инженер. Хуже только Рязань. Не, братан, в Рязани Жора Лучник, ты что? Жора Лучник. В Вологде. Я так приеду в Вологде. Зрелым солипсистом, Марк. Вот мне нравится человек. Привет, работа над релизом приостановлена? Нет, братан, она в самом разгаре. Охотники за терминами хуйня ебаная. Бумажный пакет сам хуйня ебаная. Давай, братан. Корифей антилоик. Надежда русского рэпа. Инженер, генерал. Я уверен, ты бабло гребешь больше, чем КПСС и весь антихайп. Не, у нас все справедливо. Сережа Рыба. Конечно, знаю Сережу Рыбу. Легенда Сережа Рыба. Вот, кстати, нет, полумягких последние уже какие-то релизы я, ну, типа, пропускал, потому что, ну, как-то они все-таки, ну, что-то, может, не так подано там. Все-таки какие-то промо-ходы должны быть минимальные, ну, донесения, да, информации, да. Вот Плавник, например, гениальный человек, да, с Мози Монтаны фит у него будет. Лучник, это Жора Вандальский, да. Реклама нужна. Ну, какая-то реклама, пиар, грубо говоря, public relations. Relationships, чтобы хоть как-то людям это на каком-то концепте зашло. С мутантами, когда фитонишь, да, не знаю, мне кажется, у нас разные стили, да, они вряд ли прям понимают какой-то мой рэп там и так далее. Да, я телеканал «Культура» смотрю постоянно, нормально. Все, блядь, красивое общение. Я только по ночухе буду выходить. Еще позже, в следующий раз. СПП, ну да, вообще. Концерт за май в Болгарии. Ну, братан, сколько там, 5 человек придет? Оно не отобьет даже, ну, каких-то минимальных затрат организаторов. А так-то, конечно, вообще как нехуй. Братан, не знаю про возраст, там посмотри в это.
во встрече написано? Версус или слово? Слово СПБ? Вандальск, конечно, это Жора, легенда. Легенда. Просто бандит настоящий. Костю Коста нет, не знаю. Такая хуйня. В Тамбов. Да, конечно, в Тамбов. Мы же были в Тамбове. Там Волк. Тамбовский. Раймин, бля, лучший. Жил в общежитии. Не, не жил в общежитии. Ну, в Болгарии, да, нормально, но просто это же тоже некий процесс, правильно? Нахуй тех, кто бухает, пацаны, в пизду бухать, это неправильно. С лучником, ну, я бы хотел, конечно. Группа Кич. Группа Кич. Чункингский экспресс, да, смотрел, давно еще смотрел. Лет 10 назад. Сап. Не бухайте, это говно все, это не true. Пензы нет. Не, не курю. Хуй тебе, прими трансу. Нет. Так, все, Глеб как бы. Сейчас бан засуну Глеба. Нет, не курю. Не бухаю. Бухло для слабых. Тамбовский Волк. Чита. С Букером. Натянутые отношения достаточно с Букером. Натянутые. Не согласен я с ним. Неправильно. Дядя Женя. Да походу ему, типа, ну как обычно на работе работает. И все, рэп не хочет записывать. С работы пришел, в интернете посидел. Оксимирона послушал, дядя Женя, блядь, Оксимирона респектовал, блядь, к нему на поклон ходил, стыдобище, нахуй дядю Женю, блядь. Никогда не любил дядю Женю. Я, кстати, пацанам как-то говорил, что пацаны, вы меня распнете, но я не люблю дядю Женю. Не люблю, нахуй дядю Женю. Он и доказал, что он ебаная хуйня. Нахуй дядю Женя. Пусть он тусит, блядь, с ебаным жидом. Своего прошлого страйк. Блядь, какого хуя, я горд под страйком. Знаешь, сколько угаров выпустилось? Нормально. Вообще бомба. Страйк, красава. Готов лишиться, лишиться бороды. Да я ж, блядь, против Лехи Медь без бороды батлил. Вообще, как бог батлил. Лехи Медь проебал. Аж настолько круто батлил. Гоу-килла в антихайпе. Да, гоу-килла так в антихайпе. Лена Раш вообще, это чё, королева. Но альбом славы замечательный. Ну, конечно, блядь, в Новосибирске как бывает, Оксимирончик сразу, дядя Женя появляется в своей кожаной курточке. Да не, да похуй, в принципе, просто был вопрос, был ответ. Чем глубже ночь, тем больше зрителей, да, просто у кого-то утро наступает, и они такие включают, а там за май хуярят. В антихайп, нет, только планируем выгонять. С Валентином дядькой, не знаю. Даша, пиши в ЛС. Юля Киви, королева. С Бабаном бы фитанул. Слушай, не знаю, сольный трек хотел бы от Бабана. Антихайп это метод. Метод, скажем так. Андрей, как пользоваться посторонней? Да все, можно уже не пользоваться этой хуйней посторонней. Типа, нельзя же бесконечно одно и то
же ебать. Надо переключаться. Переключаться надо. Сап. Сериал «Метод». Нет, это российский, что ли? Не буду я это смотреть. Новый батл. Хуй его знает. В батлах, конечно, я батлаемся. Батлаемся. Ой, скоро меня будет в сон клонить. Я буду засыпать в прямом эфире. Кстати, кто в прямом эфире спал? Балбиск, кажется. Балбиск предал родину с Оксаной Мироновой, согрешив. По содержанию стилистики. Ну, да не знаю. Это ж я их пишу, да. Я сопротивленец, отрицала. Все будет нормально. С Netflix. Да я не знаю, а что там на Netflix идет. Я вот этот сериал старый, короче, стал смотреть. Называется «Пациенты. In Treatment». Про психоаналитика. Может, вам приколит. In Treatment, посмотрите. Калик, осап. Чем ты жертвуешь, чтобы эфир смотреть? Сном? Отрицалый видно сразу, он сияет внутри. Выступление на митинге. Блядь, никогда бы на митинге не стал выступать. Нахуй это дерьмо. На английском смотрю. Нет, не на английском, конечно. Я все-таки русский человек. Тусовка. Ой, в пизду тусовки. Там бухают алкоголь. I'm too old for this shit. Сами уроки слишком дорого. Киевстонер, да, конечно, Альберт. Хороший товарищ. Очень уважаю Альберта. Он клевый. Ну и все, нахуй тебе тусовка, если ты не бухаешь. А у меня нет телеги. Футбол не смотрю. Вот там Юрий Дудь сказал, что футбол круче рэпчика. Футбол это вообще для педиков. Нахуй футбол. Реально нахуй футбол. Давай за диплом будем материть тебе. Вот давайте, что быть хуже, блогером или ёбаный футбол смотреть? Наверное, блогером все-таки хуже быть. Чтобы с друзьями видеться, в полтретьего ночи с друзьями не видеться. Друзья встречаются вечером в кафе, едят еду, обмениваются советами. Как жить там, рофлы, кеки, лулзы. Пельмени, кстати, Дудь угарно рекламировал. Это я охуел, это, бля, мастер просто пиара. Блогер хуже? Ну, не знаю. Не знаю, футбольный блогер. Да ладно, друзья, сжальтесь перед Дудем, он пельмени рекламировал. Пельмени рекламировать как бы не каждый. Спартак или ЦСКА. Да, блядь, нет, нахуй, Зенит. Зенит! Нахуй друзей, которые бухают. Смотреть пассивный отдых. Да это хуйня, блядь, пиздец смотреть. Я не знаю, лучше какую-нибудь передачу про историю посмотреть. Мёрдо Килла. Ну, походу, Мёрдо Килла... меняет стиль, ищет себя. Название альбома у него клевый, Broke Star. Мне понравилось название альбома. Ну, альбом вряд ли я буду слушать. Ну, типа, я думаю, есть много больше всяких интересных вещей, которые можно послушать. Я вот, типа, сегодня послушал этот, ну, типа, попытался послушать альбом Beer Bongs and Bentleys, да, ебучего Post Malone. Блядь, там каждый трек одинаковый. Это просто говно какое-то. Просто каждый трек одинаковый. Это невозможно слушать. Ну, заебал-то, значит, тебя ебучего кино. Поэтому даже американский сраный рэп, он весь одинаковый. Невозможно слушать.
кто мне в рэпе нравится? Мне нравится Меза. Ну, так, в общем, конечно, последний альбом, там много лишних треков. Мой любимый рэп-альбом Kanye West'а 808 and Heartbreaks. А Ski Mask, кстати, я не слушал. Да чуть не... Ну, ну послушайте, я не очень как-то распробовал Ski Mask. Да иди туси, Даша, че ты мозги ебешь? Меза? Ну хуй знает, он красиво живет в Ницце, в Париже, кайфует вообще. В Москве ездит. За пупу или за лупу, хуй знает. 808, да, вообще бомба. 808 самый грамотный альбом. С Шишом я знаком, да, с Шишом, конечно. Да, Фьючер с тагом я слышал. Слышал. Ну, короче, Фьючер все сдулся, пизда. Карди, Би... Ну, нормально, но там фитов слишком много. Добавим фест, да, пойдем всей тусой. Всей тусой пойдем на BM-фест. Лучший американский рэп-исполнитель. Мне, короче, в последнее время очень нравится Chance the Rapper. А, ну так, конечно, Kanye West. Kanye West. Хаски. Дима. Федя Букер или Cardi B? Не, ну Федя Букер, конечно. Ну и как к ним шишу относишься? Ну, блядь, конечно, хорошо отношусь. Все, спокойной ночи, кто уходит. Кислотный реп. Rich the Kid. О, кстати, альбом охуенный у Rich the Kid. Мне понравился. Мне понравился. Illmatic или Operation Doomsday. Я был на концерте. Мы говорили, да, Игорян? Про то, что я в Думу на концерте был. Illmatic мне не очень нравится. Я бы какой-нибудь этот... Там, ты помнишь строчки Гуфа? Типа, самый лучший второй альбом NASA. Вот, короче, I Am лучше. Ну, Illmatic классический, понятно. Да, Operation Doomsday тоже заебись. Я ему в Думу слушал раньше много очень. Хотя мне больше, это типа, грубо говоря, из того жанра мне Quasimodo больше нравился. Что? Таша, что? Нет, что там у Абы произошло? Он в бане вообще за то, что предал расу. Совершив с Оксаной Мироновой. В свободное время вот в трансляцию выхожу. Quasimodo, да, пиздец вообще. Красиво вообще. Я просто, когда там, типа, в 2004-2005 году я вот эту всю говнину слушал, Антикон там, да, Атмосфер, там, Slack, вот этих всех, там, Dilated Peoples, там, Beatnuts, Anilingus, ну, короче, весь андеграунд. Underground тех времен. Так что Бак вот этот 65 и так далее. Нормально послушал как бы. Некро. Всю хуйту. Всю хурму. Читаю реп. Бля, пиздец, тяжело жить об обиску. В Калик приедем сразу, как только. Качество звука. Да, ну нет, ну в нормальных какие-то наушники хотя бы были бы, чтобы. Баста Раймс или Лил Вейн? Бля, Лил Вейн, наверное. Лил Вейн был горяч, мега горяч одно время.
Но у Баста Раймса есть трек «Baby, if you give it to me», так что хуй знает, конечно, это дело такое. Это вопрос с подвохом. Аватар нет, нахуй. Это раньше был страйк. На его студии. Kitchen Records. Кингстей или с Рики. С Гиндосом получше. Че, друзья? Ну что, друзья? Да нет, в пизду болгарский рэп, что ли, слушать? Нет, нахуй. Не буду. Тупак или Бики? Блять, хуй знает. Тупак, наверное. Все-таки Тупак, он нормально больше гениального как бы наплодил. Последняя игра, в которую я играл, NBA, короче, на плойке играл. Зайк Бок нормальный. Да вот вы пиздец, Хованский или Ларин. Ну, блядь, что за вопросы? Типа, мама или папа, как говорится. Нет, пацаны, так не работает. Ну все, уходите спать, все. Нет, ВБ4, кал ебаный. Пиздец, набрали каких-то просто ебаных поэтов. Я вообще не понимаю. Бороду. Как ты видишь свое музло? Как у Фреда Сантаны, только по-русски. Артем Варап или Миша Паншин? Вопрос с подвохом. Артем Варап. Жанр. Да, жанр охуенный. Я, короче, это, чуваки, вам расскажу вот этот... И антихайп, как Ханзамайса, сити хуй. Мы, короче, засэмплили и уже в один биток всунули на припев. Будет ебашить. Шок. Вот будет фиток, грубо говоря. На хуке Диму Шока. С Шоком в хороших отношениях. Не выебывайся на барабу. Нет, рэп войска не слушал. Я, короче, первый альбом «Класса и царя» слушал. Да идите вы нахуй со своей люстрой. Зачем вам нужна? Фараон. Блядь, я не слушаю. Странная музыка. Привет, привет, друзья, привет. Заявку на рвать на битах. Мы победители рвать на битах. Нахуй нам заявка нужна. Финалисты сразу. Никто не сможет поспорить. По поводу трека Славы к Славе нужно вопрос задавать. Что читаешь сейчас? Ну вон, Чаран я же показывал. Диск челлендж нахуй нет. Кем бы побатлился? Я звал кое-кого батлить, он теперь отмазки кидает. Гинекс, конечно, да. Нет, Ченни и Микки Маус порвали нас. Солнце мертвых Шмелева не читал, нет. ТВ-3 идет фильм, кстати, в 3 ночи культура заканчивает свое вещание. Школу, кстати, без строек закончил, заебись. Блять. О, Илюха горячий пришел. Илюха, 2:35. Какого хуя? Почему ты не спишь, блять? Новый охуевший клип в мае. Режиссер Илья Горячий, Art Squad Pictures представляет 21 век, Мосфильм, Underground. В 6 утра трансляция. У кого-то 6 утра, пиздец, кайф.
Девятый класс, пиздец. В ПТУху уходи просто, в ПТУшку нормально. Все, сейчас 1.56 и трансляция закончится. Не буду переп...